связи с погодными условиями традиционный митинг, посвященный Дню Победы, был перенесен в концертный зал Дворца культуры совхоза имени Ленина, где собрались ветераны войны и труда, труженики тыла, школьники, а также жители сельского поселения. Нам очень больно, что это было. Нам очень досадно, что это было. Но мы хотим вам сказать огромное спасибо и низкий вам поклон за то, что вы сделали для нас, за то, что вы сохранили мир. Все дальше и дальше уходят в историю грозные события тех дней. Все меньше остается ветеранов, тех, кто вынес на своих плечах тяжкое бремя того сурового лихолетия, тех, кто отстоял право на жизнь и возможность жить своим потомкам. Дети, подростки и наши бабушки, дедушки, которые видели войну, чтобы это не повторилось. Помните о тех, кого нет. Знайте, что все это может ожидать в любую минуту. Пожалуйста, берегите мир. Воспитанники детских садов «Замок детства» и «Клубничка» от имени самых младших жителей поселения поздравили всех собравшихся с праздником. И радость свободы в окопов ковали, вы землю спасли, и врага победили, и веру, надежду, добро воскресили. После торжественного митинга состоялось возложение цветов к памятнику погибшим воинам. Потомки победителей, их дети, внуки и правнуки под звуки военного марша прошли колонной, неся в руках портреты своих родных, воевавших во время Великой Отечественной войны. Для меня этот праздник очень много значит. Это когда мы защитили Родину, когда мы забрали ее обратно у немцев, когда они почти ее захватили. Это для меня значит очень много. У меня дед, прадедушка погиб во время войны. Я по нему очень скучаю. Поздравляю всех ветеранов с праздником. Это... Просто все должны служить нашей Родине, потому что это может случиться в любой момент. И все должны быть готовы. 9 мая в 71 раз прогремят победные салюты над нашей Родиной. Когда была война, Галине Васильевне Ваниной было всего 7 лет. Но впервые услышанное слово «победа» помнит, как сейчас. Радости было. Мы на экскурсию ходили, где немец был. Мы все видели, их не оружие, их не генштаб, где они заседали. Помню. И помню, как бегали, как... Самолеты начинают бомбить, так мы бежим в подвалы. Все помним. Важность таких мероприятий заключается в общении поколений. Для того, чтобы дети почувствовали значение подвига ветеранов войны. А главное, для того, чтобы следовали их примеру. Наталья Буслаева и я, Дамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.